Ну, именно поэтому с 20 недели вы ожидаете. Я же вас не убеждала, не уговаривала. Вот кто-то скептически относится, но все равно уже интерес вот в глазах появился. Кто знаком с этим был раньше, да, тот уже... Поэтому пришла. Понятно. Что-то без крови, что-то без... А тут сейчас, а тут обещают лужи крови просто и запах крови, да? А что будет в понедельник? В понедельник пилинги. С утра принцесс, по-моему. А потом пилинги и биоревитализация. Надо Олечке уточнить будет. Надо пилинги сами тебе чуть-чуть. Которые нанес, они сами не травмируются. Не надо бояться ожогов, не надо бояться. Под веки какой-то, да? На веки отдельно, да. Вы же были на пилингах, по-моему, нет? Нет, все никак не могу. Все никак. Все командировки. Все дела, понятно. Ну вот, капельки уже есть. А как сочетается с пилингами? Нет, с пилингами это не сочетается, потому что... Нет, кислота. Вот с биоревитализацией, да, то есть мы делаем как бы с интервалом 2 недели. Одну неделю мы делаем нидлинг, потом мы делаем биоревитализацию, потом мы делаем нидлинг, потом биоревитализацию. Вот этот интервал, вы можете его 2-2, мы как бы в шахматном порядке идем, да? А с аппаратными методиками сочетаем? Вы знаете, вот я предпочитаю не путать все. Вот закончили отгар, распределите другое. Если это не очень вот любит активное солнце, то аппаратное, вот аппаратный уход, скажем так, он совершенно вот спокойный солнце. Просто распределите свои усилия, да? Ботулотоксин, конечно, если вы укалывали ботулотоксин, то 2 недели мы ничего не делаем, да, потому что, чтобы диффузию не изменить, сместить. Контурную то же самое, там, 10-14 дней после мы не делаем. Ну, тоже капельки крови появляются, да, немножко, но мы особо мучить не нужно, чтобы нам время, да, сэкономить, потому что вы торопитесь. Ну, конечно, как мужчину, так до крови. Щетина вообще не работает, если вы не делаете. Щетина не работает, вот если вы не делаете. Нет, сначала ботокс, потом контур. Нет, я имею в виду после контурки и ботокса. 2 недели. А через 2 недели делать? 2 недели. Вы сказали, что не делаете. Нет, 2 недели. 2 недельки надо. На лицо можно открыть мезораствор и нанести перчаточками. На волосы лучше набрать в шприц, чтобы по проборам капать. Да, да. Как с гексапептидом у нас есть? Вот что-то есть в флакончике с гексапептидом? Ага, а вы не посмотрели в перерыве состава, как мы договаривали? Конечно. А сейчас что вы наносите? Антиэйдж. Давайте тогда вы берите свою желтую книжечку и читайте нам вслух. А, тем более она у вас в руках. Так. Какие есть составы? Мы за раствор озвучиваете. Вы не работаете в этом клиенте или вообще не надо? Ну, вот сейчас я здесь не работаю, потому что мы будем стимулировать еще больший рост волос. Лёг лысый, красивый. С пушистой бородой до груди. Нашли? Ну вот мезораствор, вот это 4. Да, это 4. Такой какой нашкодивший ученик с одни партии это читать. Давайте ищите. Анти-эйдж раствор. Вот оно на вас. Я все вижу. Видите, вы лучше видите, чем я. Я же хорошо машу лоб. Мама, это у меня лучше видно. Да, да. Мезораствор антивозрастной. Да, гиалурат натрия, дионизированная вода, гель алоэ вера, ацетил. А вот гексапептид как раз. Вот лексил, эпидермальный фактор роста, витамин В5, да, пентоксин, димай, феноксиэтанол, аскорбин фосфат магния, который хорошо убивает кровь. Все ясно, полиметилол, трептектин. Хочется внутрь 3 раза в день. Да, после еды. Да, да. А лучше вместо. А лучше вместо. У конца.
Свой недостаток. У кого чего, да? Да. Активное омоложение, глубокое увлажнение клеток кожи, да, уменьшение видимости морщинок, уплотненная кожа, увеличение уровня производства коллагена, шелковистая гладкая текстура кожи или любого типа кожи, не имеет побочных эффектов. Ну, роскошный. Репаративный. Это ранозаживляющий, я правильно понимаю? Да, но вы можете его и на лицо, если это постакне рубцы. Угу. Да? И даже если это морщина, он очень хорошо уплотняет. Вы можете, кстати, одну процедуру антиэйдж, потом репаративную, потом депигментацию. Потому что, когда вы заказываете, вы сами выбираете, какие растворы, какие коктейли вы берете в работу. Мезорасур для борьбы с пигментацией. Специально прям для роста волос. Специально, да. Я не говорила, что антиэйдж будет стимулировать рост волос. Да, да, да. Вообще ничего думать не надо, никакие коктейли сочинять. Ничего выдумывать. Просто не надо. Начиная от анестетика и заканчивая санпротектором. Ничего выдумывать в этой линии не надо. Ну, продумано, да, все. Мезорасур антицеллюлитный против растяжек, специальный раствор. Все, что нужно для нашей работы. Это было душно, наверное. Мы как-то, наверное, упустили, когда мы обсуждали, какие растворы есть и какие проблемы. Мы можем с этим играть. Мозг страдал в эпоксии. Нет, вы оживились, когда мы антицеллюлитные обсуждали. Есть проблемы. Для того, чтобы составить свое мнение, да, и брать это в работу или нет, знаете, мне сложно показать вам здесь конечный результат. Просто вот проще на... Биоревитализация страшно красивая, да, уходит, в общем-то, да, тоже, да, и только контурная, да, как, когда уколол, губы сделал, или носогуб набрал, вот мы сделали сегодня, вам счастье случилось, да, губы, уголки поднялись, овал, контур четкий, в носогубке ее нет, все. А тут вы видите процесс. После контурной, да, все? Так, приятно, что незаметно, пожалуйста. Ну, стало... сравнение с первым прогоном, да, более болезненно, если можно так сказать. Вот. Ощущение жара в лице, да, есть? Пощипывание. Пощипывание? Да. Ну, терпимо вполне. У нас, по-моему, никто не варил даже когда-то. Подлинные иголочки. А сколько здесь игла сейчас? На 5. Обезболивание есть? Нет. Все на живую. Для мужчин особо без анестезии. Для мужчин особо условия. Да, да. А когда проводим данную процедуру зоны показания. Показания? Показания. Купирот это показание. Потому что да, нагружается то, что уже перегружено, у нас образуются новые сосуды, новые как бы обходные пути. Это купероз, это не противопоказание, это показание. Да. То есть это, понимаете, из всех наших доселе возможностей, вот для пациентов с куперозом у нас им криомассаж был только показан. Да? Независимо в каком состоянии купероз, он может бывать сильно выраженный, ярко, не ярко. Нет. А вот коктейли этих мезорастворов, они очень такие насыщенные, богатые, они не вызывают аллергии? Да, вот они как бы не... Ну вот побочные. За время моей практики не было. Хотите сэкономить, разведите физраствор? Нет, не об этом, там просто активы очень сильные. Верхнюю голову тоже, мы говорим? Да, да, да. И подбородок, и овал. Но обычно у нас быстрее всегда. Сегодня Андрей, да, не хочет реагировать. Совсем чуть-чуть, немного. Подавите с усилием. Как придавите. Конкретно обязательно 5 хотя бы 2-3 по результатам. Очень сложно сказать, очень сложно. А, вы имеете в виду 5 прогонов, как Андрей сказал, да? Нет, это может быть и больше. Мы должны, вот я вот вижу, сейчас вот капелька не появляется, я его. Вот смотрите.
она не то, что кровь здесь будет течь, да, но вот они начинают появляться. А количество процедур, все как бы уже в динамике надо смотреть, потому что очень сложно сказать, там 5, а не 4. Палочка, ты говоришь. Ну слушай, завидуешь. Завидую. А, нет, а мы уже делали. Мы так как-то однократно, да? На сайте Оли вы биоревитализацию, да, делали? Я помню, мы как раз Марина рассказывали, что вот там вторую-третью процедуру, и как раз кожа плотнее становится, да? Рассказывали, то, что вы там курите. Ну что, про тебя все знают. На весь мир секрет. Неделю микро для ноготь, неделю. Нет, пилинг нет. Вообще кислоту убираем. Пилинг нет, потому что тоньше будет вот ткань. Нет, нет, нет. Меза может, да, а это нет. Оля убежала, говорит, ну, видимо, что-то хотела, потому что, наверное, за анкетами за вашими, чтобы побыстрее выписать сертификат. Мы сдали уже, да. Молодцы. Вот. Не хотите, наверное. Пожалуйста. Ну, это с гиперкератозом сильно, наверное, только. Да. То есть такой мур хирургический. Да. Если мы неправильно выбрали это. Знаете, вот посмотрите, какая размер происходит. Размер. Угу. Кожа значительно уплотнилась вот у Андрея. Угу. Да. И уже размер, видимо, этой иголочки недостаточно. Вот это показатель результата. Угу. Потому что если мы делали первую и вторую, ну, 10 минут, 11 минут, угу. И все уже как бы да. А сейчас и ощущения мои, вот я раскатываю, то это было вот. Угу. Мягко проваливалось, да. А сейчас я раскатываю, я даже не придерживаю вот, то есть. Поры уменьшились. Но в принципе иголы, и все равно мы таким же размером мы делаем, да, не меняем, не увеличиваем размер иголки. Вы знаете, в чем дело? У нас здесь интервал между процедурами, к сожалению, вот не 2 недели, да, Андрей? У нас чуть ли не месяц получился. Да, практически. Поэтому тут как раз уже вот то, что мы говорили, третий тип уже есть, уже перемоделирование есть, поэтому тут мы вот, это уже даже не стимуляция, это поддерживающая такая терапия. У пациентов, вот когда вы работаете, такого не происходит, потому что интервал 2 недели, и роллер поэтому менять не надо, вы работаете этим же роллером. Здесь просто уже вот другая структура ткани. Если бы вот мы начинали, то я бы 0,5, конечно, здесь не взяла бы, единичку. Если бы, да, потому что она была более тонкая, более слабая, даже под глазами. Вот здесь вот совершенно другая кожа сейчас. А сколько было процедур сделано? До 2. 2, да? С интервалом в месяц все были сделаны? Да. Вот 0,5, да? Смотрите, одна была точно. Вот выставка 8, 9, 10 февраля в гостином дворе. В один из дней мы делали. То есть, ну, это была вторая тогда, да, Андрей, или первая? Так? Получается вторая. Там вот, месяц, да. Месяц. Но вот вторая процедура была 8 февраля. Ну, больше месяца. А сейчас уже 15. Дома поддержка 0,3. Да, больше месяца. А, и дома поддержка 0,3. А как часто? Раз, два в неделю. Сами делаете? Конечно. Всем, конечно. Может, а эффект очень нравится. Кто-то приезжает, его, может замечает. Быть. Просто жена мне говорит. То есть, когда люди хорошо вместе живут, они привыкают, да, конечно. Ну, видно, да. А что жена говорит? Жена говорит, что очень хорошо стало. Вот эти, это очень важно, когда своим внешним видом близким людям ты доставляешь удовольствие, да, а не когда говорят, зачем это надо делать. Да. Ну, конечно. Карный робот. Один курс в год, да? Можно два. Пилить, два. Шуры пилить. Октябрь. Октябрь-ноябрь сделали. Да, ну где-то февраль. Максимум сколько процедур? 4-6. 4-6. Но вы знаете, вот у меня есть пациентка, которая вам сказала уже 7 процедур, она говорит, что вот
Через субботу. Она расписала себе все в журнале записи, администраторы ее расписали. Через субботу в 12 я у вас, доктор. Угу. Боится, молодец, что там я вообще буду грудного принимать. Ну, лучше враг хорошего, да, лучше вовремя остановиться, но просто нужно понимать, а что вы делаете, да, когда 5 шприцов гиалуроновой кислоты, да, одномоментно за одну сессию, такие глаза от удивления, да, такое тоже есть. А, это перебор. А здесь важно понимать, что вы не навредите, да, что вы не простимулируете больше, чем необходимо, да, что вы только будете поддерживать. Вы сейчас посмотрите слайды и картинки, вот мы сейчас маску когда положим, Андрей, вы посмотрите и вы поймете, какие результаты можно достичь вот этой простой, такой красивой игрушечкой, да. Да, это были многие же не хотят вводить внутрь кожи что-то. Да, некоторые. Вот у нас представитель на семинаре, который только пришел сюда из-за того, что категорически не приемлет инъекции иглы. А почему? Ну, просто был случай, после этого мне не хочется вообще. Вот, если что-то не показатель. Вы знаете, у человека вся судьба поменялась после этого. Вот всегда должно быть право выбора. Да, вот. Если я к этому относилась скептически, потому что мне надо только уколоть и ввести интрадермально и понимать, что я ввела, какой будет результат, то рядом сидит коллега, который категорически, ну вот так случилось, но она теперь не будет это делать. Значит, другие методы, возможности безопасные для достижения таких же или приблизительно таких же результатов. Да, да, Андрей, нам нужно роллер будет менять. Какой следующий раз возьмете? Три сразу, хирургические. Нет, это круто. Нет, единичку. А в каких случаях хирургические применяются? Килоидные рубцы, постожоговые рубцы, то есть тогда, когда это нужна такая сильная выраженная перфорация, необходимо создать, чтобы разрушить вот этот... Это локально не используется тогда, а не да, по всему лицу. Да, да. Нет, это не по лицу, это не по телу. Да. А, 1.5-2 это стри, это рубцы постакне. После вот... Аппараты Елизаровы часто используют, кстати, вот сейчас в клиниках не за рулем. Переверните свою потому что... страничку желтую, вот эту вот книжечку. Откройте ее, пожалуйста. Посмотрите. Это пришло из вот такой восстановительной медицины. Да. Почему для меня было одним из моментов, что я взяла это на тестирование и стала как бы пробовать? Потому что это фармацевтическая, это медицинская индустрия, да, это не косметический вот, это не роллер, которых очень много, да, через один стенд на выставке на любой, которые иглы приклеенные, не впаянные, это не сталь, это золотые какие-то там суперглаворы, с золотым напылением, да-да-да, которые однократные тупятся, но зато вот так вот. То есть дуреца максимум 1.5, да? Да. Даже не двойка. Нет. Даже вот с такой вот, это не тонкая кожа, посмотрите. Да. Да, она сейчас уплотнилась, она хорошая, но изначально мы стартовый взяли 0,5. Угу. Помните, я вам говорила, не надо начинать с того конца, только с этого. Угу. Марина, а если клиентка хочет и лицо, и параллельно стрии обрабатывать, это надо брать два роллера, да, или один? Вы можете единичку взять. И будет универсально. И будет это. Будет вам счастье. И будет вам счастье, не вам, а ей будет счастье. Только, наверное, в одну процедуру она это не выдержит. Тогда вы можете каждую неделю ее приглашать, но только разные зоны обрабатывать. Ну, роллер может быть один. Может быть один. То есть, да, и для декольте, и для рук, и для лица. Роллер может быть один. Но если кожа очень тонкая, как пергаменты, тогда 0,5. Да. То есть потом, когда она уплотнится, можно... Нет, это у нас, понимаете, это на одну процедуру, интервалом 2 недели, на 3-4-5 процедур вам хватит. За это время не успеет она еще стать вот так плотно, что роллер не подходит. Следующий курс можно будет уже... А вы оцените, посмотрите, если вдруг она у вас будет курить, загорать, и лицо похудеет очень сильно.